Так, вот такой вот сокол 304 в коробке. Позже покажу. Но сразу меняю электролиты, потому что ну прямо никак не работает. Что-то там скрипит, шумит. Ну, в общем, печаль печальная. Так, взял конденсаторы. Вчера уже отпаивал. Ну, здесь вот отличительная черта. Здесь прям фильтр есть по ПЧ. Якобы чувствительность хорошая у него. Ну, так пишут. Вот, значит, здесь электролиты. Это я пока понапаивал их, чтобы не потерять. Будем менять. Вчера пока юбки удалял. Ну, в смысле, от времени олово-то съеживается и появляется холодная пайка. Вот. И, к сожалению, пока я тут паяльником шурудил, вот этот шнур у меня просто оборвался. Я его пропаял. В общем, мучился часа два, наверное, пока восстановил все. Сейчас поменяю кондерчики. Попробую запустить. Да, и еще здесь там получается около 9 элементов 2А. Меня это не устраивает. То есть они здесь размещаются. Я поставлю просто крону, чтобы не морочить голову. Ну а дальше будем смотреть. Так, ну что, поменял я конденсатора. Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Я уже, естественно, включал его. Мне кажется, что даже если сравнить его с этим... Как он там называется? Кварц или что? Сейчас покажу. Ну да, вот этот кварц. Недавно обзор на него делал, да? Так вот, посмотрите. Тут два трансформатора стоит, здесь один. Ну это такое. Просто схема немножко другая. Транзисторов больше на один здесь. Фильтра, правда, нет. Ну, в общем, суть в том, что этот получше принимает, как мне кажется. Более присутствуют низкие частоты. И звук, так, знаете, поприятнее. Нежели вот это вот корыться. Черт его знает, даже не могу сказать. Ну, в общем, я соберу его, покажу, как он работает. Вот сейчас. Ну, стал чуть лучше, чем работал до этого. Вот, но прям так, чтобы, как я ожидал, нет этого, к сожалению, нет. Так, вот такой коробке достался мне этот приемник. Продал мне там его паренек один, видать, деда своего, я так понимаю. Вот. Я вымыл его, почистил, привел в божеский вид. Да, но не знаю. Пока я, честно говоря, озадачен, потому что прям номера и прочие плюшки. Мне нравится его внешний вид. Дизайн такой. Своеобразный очень, скажем так. То есть и подсветочку сюда можно засунуть. Но то, как он сейчас работает, и после замены емкостей, мне очень не нравится. Прямо оно очень не нравится, и все. Сейчас я проведу тест, покажу, как он работает, и даже сравню его с кварцем 408. И желательно, ребята, комментируйте и подскажите, так ли они все работают, либо это мой экземпляр, и что сделать для того, чтобы появились низкие частоты. Потому что, я так понимаю, здесь, ну, в общем, как-то так оно паршивенько звучит, и практически одни высокие частоты. Вот. Ну, то есть некомфортно его слушать, и особо мне не нравится, как он принимает. Вот так вот. Так, ну что же, друзья, включим приемник. Сейчас вечер, соответственно, все должно быть красиво звучать у нас. Включим средние волны, средние здесь, и так включаем. Yeah.
Как-то так рассыпается сигнал, и низких мало. Так, сейчас я длинное включу. Так, это длинное. Так, и сейчас сравним его с кварцем. Так, вот кварц. То есть здесь есть низкие частоты. Возможно, проблема именно в ОНЧ, в сокола этого. Возможно, не знаю. Ну вот послушайте. Маленького подвір'я, з маленької школи потрібно починати бути студентами, учасниками міхуна. Я больной человек, и мне не позволяет много, может. Ну, в общем, суть вот какая. Вы все поняли, да? По сравнению, как работает сокол. Сокол по сравнению с кварцем. Вот. Мне очень интересны ваши комменты, ребята. Что можете посоветовать? Потому что внешне прикольный, мне нравится. Он такой и удобно управлять им, и крутить так все, так, ну, так прямо гламурненько. Мне нравится. Потому что кварц, это вся вот эта такая мастурбация при настройке, мне очень не нравится. А вот сокол прям супер. Но звучит говняно. Вот. Так что, ребята, подскажите,
как устранить или добавить низов, за что я буду очень благодарен. Всем всего доброго, друзья, 7-3 и всего хорошего.